Всем привет! С вами канал Art Mania. Ну, там у меня работает техника. Смотрите, в Перекрестке я заказала доставку. С Перекрестка 100 рублей, конечно, стоила. Вот она доставка за 60 минут. И смотрите, что я взяла. Слоечка с вишенкой. Так, с яблочком две слойки. И целых 4. Помните, я вам как-то показывала их, как мы по бонусам их покупали с ребенком. Это вот эти вот улиточки вместе с курочкой. Они обалденные, просто бесподобно вкусные. Но поскольку нас не пускают в Перекрёсток, потому что у меня нету кода, я переболела короной, я, естественно, не могу купить их. Есть Перекрёсток, который там находится далеко-далеко от меня. Мне просто было лень идти, я заказала домой. Их заказала, надо было побольше заказать, не знаю, что-то я это. Я думала, уже обычно под вечер их уже нету. Обычно их нет под вечер, они все с утра скупаются. Я подумала, ну хотя бы, думаю, 4 штучки. Может быть, мне все-таки получится утащить. И ура, смотрите. Ура, ням-ням-ням-ням-ням. Правда, все пакеты не завязаны, вот просто вот так вот. Ну, не все люди залазят. Вот, это моя первая доставка из Перекрестка. И сейчас мне еще должны привезти сок из Магнита, потому что в Перекрестке этот сок стоит 200 рублей, а в Магните этот сок стоит 115 рублей. Есть большая разница, поэтому я заказала отдельно. Вот, сейчас ждем сок. Уже мне сейчас позвонили, сказали, что сок выезжает. Ждем. Так, и доставка из Магнита. То есть 115 стоил 2 литра этот сок, и этот сок 115. Ну, 112, 115, я не помню. Заказала себе какую-то коробку конфет, захотелось мне какая-то новенькая, какая-то тут такие, смотрите, красивые. Ну, тут, конечно, однообразно выглядит, как какая-то дешевая коробка конфет. Ну, не знаю, попробуем. И сырки. Одного сырка все-таки придавила соком, это я боялась, кстати, очень сильно. Вот. У меня мама, кстати, очень любит эти сырки. И я решила вот так вот, чтобы наесться, взять себе 3 штуки. И 3 штуки более-менее хорошеньких завтра отнесу маме. Вот. Она их любит, она будет рада. Вот. Посмотрим, какие. Вот это более-менее. А их придавила, я съем. Здесь вот где-то вышел на 600 рублей. То есть 100-100, это 170, это 11. А, еще морковка. 4 килограмма морковки, там крупная морковь. Я ее сейчас сушу, мне очень нравится. Очень удобно в суп добавляешь, быстренько сушеную морковку и все. И суп там готов, чик-чик, и все. Там не надо пачкать терку, тереть. То есть это долго все очень. То есть вот, смотрите. Вот так вот она выглядит. Это уже засушилось, убрать надо. Вот такие у нас с вами были покупки, не выходя из дома. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.